Уже сегодня Казанский федеральный университет стал ближе. Абитуриенты из стран СНГ могут сдать вступительные экзамены с использованием дистанционных технологий. Так, при соблюдении ряда технических требований, абитуриенты могут пройти вступительные испытания, не выходя из дома. Чтобы проверка знаний абитуриентов была объективной, а оценка заслуженной, экзамены будут проводиться через систему прокторинга или, другими словами, наблюдением за абитуриентами во время экзамена. Абитуриент, получив право доступа, попадает в систему идентификации личности. Далее ведется тщательное наблюдение с использованием веб-камеры. Система позволяет не только наблюдать за процедурой онлайн-тестирования, но и отслеживать, что происходит на экране компьютера абитуриента. Данная система исключает использование поисковых систем и делает замечания. Так, например, если на рабочем экране меняется активное окно, улавливает посторонние шумы и голоса. Производная от арктангенса равно минус дробь. Отслеживает направление взгляда абитуриента. Нельзя покидать рабочее место во время экзамена и пытаться, чтобы за вас сдал вступительное испытание другой человек. Недопустимо появление других людей во время экзамена. Если веб-камера фиксирует неразрешенные предметы, например, мобильный телефон, экзамен прерывается автоматически. Ждем тебя, дорогой абитуриент! Не упусти свой шанс поступить в Казанский Приволжский федеральный университет!